Привет, привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я вам покажу обзор пустых баночек за ноябрь месяц. Честно говоря, когда в прошлый раз мы снимали видео за октябрь, то я была уверена, что в ноябре вообще будет нечего особо показывать. Но сегодня я была очень удивлена, когда собрала все баночки, то, что мы освободили три члена семьи за один месяц. У нас получилось 28 средств. Это по текущему каталогу 425 баллов. Цена каталога 20710 рублей, а дистрибьюторская цена 16565 рублей. То есть более 4000 получается экономия, так как мы берем все со скидкой по каталогу. И сейчас я вам покажу баночки, расскажу, что мне понравилось, что не понравилось, то есть то, что я точно никогда не закажу или наоборот буду продолжать заказывать регулярно. Ну и начну с самой большой, чтобы она тут не стояла. Очень-очень долго нам прослужил гель для душа с отшелушивающими частичками с малиной. Огромный объем, 750 миллилитров. Пользовался этим гелем в основном Миша. Сначала я начала им пользоваться, потом он мне надоел, я переключилась на новые гели, и вот Мише пришлось одному отдуваться. Но очень большой объем, концентрированный гель, хватает надолго. По эффекту он очень крутой, потому что в нем отшелушиваются частички, на вкус он как малиновое варенье, и на вид он как малиновое варенье, но сейчас уже бутылка пустая, вот некоторые частички остались. Обалденный гель, ну когда-нибудь обязательно повторим, но наверное не скоро, потому что ну поднадоедают одни и те же вкусы, тем более что в Oriflame все время выходят новинки, и очень классные новинки. Использовала еще одну краску. Многие спрашивают, какой краской я пользуюсь. Вот это она, 9.0, краска от Oriflame. У меня единственный цвет получается отличается от цвета, который показан на модели, то есть он у меня совсем почему-то другой, но мне он безумно нравится. И честно говоря, я искала именно такой оттенок, пробовала разные краски, обращалась к парикмахерам, мне делали замесы, все равно немножко был не тот цвет. И в какой-то момент я просто, вы знаете, я это называю, я психанула, просто психанула, мне так надоело надеяться на парикмахеров. А я привыкла сама краситься, много-много лет я сама красила свои волосы, и я просто взяла вот так вот, рискнула и попробовала эту краску, и это был просто шок, потому что это именно то, что я искала. Она у меня стояла дома, но я не знала, что она даст мне такой классный оттенок. Поэтому не бойтесь экспериментировать, и я думаю, что в Oriflame много таких вот вещей, продуктов, которые вы думаете, что наверное нет, но стоит попробовать. Две пачки Wellness использовали, один мужской, один женский Wellness Pack. Получается, в этот раз мы филонили и пили не постоянно, потому что обычно у нас женских две пачки и мужская одна, а сейчас только одна. Ну бывает иногда, как бы забываешь или поднадоедает пить одно и то же, тем более что я активно пью Wellness для волос. Мы с Мишей пьем, начали комплекс, потому что волосы, вот, наверное, сезон такой, то что ось, переход вот из лета в осень, вот этот всегда как-то отражается на организме, поэтому мы всегда пьем осенью, ближе к зиме заканчиваем, и весной комплекс, внутрикомплекс для волос и ногтей. Эффект мне очень нравится, потому что волосы становятся значительно лучше. Я закончила вторую баночку кальций с витамином D, морской кальций, витамин D. Но честно могу сказать, что я забывала, то есть я очень долго его пила, это получается где-то раз в 3 дня, раз в 4 дня, потому что я просто забывала, вот честное слово. Поэтому я не вижу особого эффекта, наверное, от него сказать, что вау, вот это от кальция у меня результат. Ну, по ногтям не могу судить, потому что ногти я отрезаю прям под корень, учусь играть на гитаре, я не знаю, влияет он на ногти или нет. Но пропила, потому что знаю, что это очень полезно и для костей, и для зубов, и буду периодически заказывать такую баночку и пить, потому что за организмом надо следить, надо ухаживать. Пропила я Aqua Glow напиток, здесь было 15 пакетиков, по-моему. Скажите мне правильно, сколько здесь их было? Я их, да, 15. Вот такие вот пакетики. То есть я их отрезала, каждый день высыпала водичку, размешивала.
И вот они, вот я их все пустые здесь собрала, чтобы вы были уверены, что я их точно пила. По вкусу это прям вот для меня супер вкус. Не знаю, как их обратно запихать, так брошу. Для меня это супер вкус, мне напомнило это вкус детства. Это сделать такой напиток очень просто. Берешь горсть ягод разных, толчешь, немножко сахар, водичка, получается чудесный морс. Летом мы так спасались от жары, когда были маленькие. Вот. И поэтому мне было очень приятно этот напиток пить, он мне такую ностальгию какую-то вот добавлял, очень приятно. По поводу кожи. Я не могу сказать, что я увидела вау-эффект. Во-первых, у меня в принципе состояние кожи мне очень нравится. Я все время пользуюсь коллагеном, наверное, за счет этого. И пью витамины, поэтому у меня кожа в принципе хорошая. И как говорят, вот чем хуже состояние кожи, тем явнее будет эффект, тем будет очевиднее. Вау, вот это да. Но то, что я заметила, я даже вот сравниваю всегда ролики старые какие-нибудь там до комплекса, когда я, например, беру какой-нибудь новый комплекс, пробую, я сравниваю по видео, потому что по видео особенно видно, как кожа выглядит, какие заломы на ней, вот какой контур, хороший он или нет. Но вот по моим ощущениям кожа стала сытенькая такая, вот, ну как-то более ровная, что ли, вот расправилась. Ну это опять же можно и не заметить, но я чувствую, что это хорошо. Я поэтому не могу сказать, что вау, все берите, налетайте. Нет, у меня такого вот не случилось. Но то, что это вкусно, очень приятный напиток, то, что лицо в любом случае стало более свежим и ровным, может быть, да, я, ну как бы, как критично к себе отношусь, вот, но все равно буду периодически пить, потому что я очень доверяю шведам, я очень доверяю продукции Wellness, просто вот на 100%, у меня даже нет сомнений никаких. Если шведы выпустили новинку, я ее буду обязательно пробовать, во-первых, во-вторых, периодически буду заказывать. То есть вот Wellness Pack, это уже даже не обсуждается, это у нас постоянно в рационе. Многие пишут, что ну нельзя же пить витамины постоянно, но они же постоянно требуются организму. Если я не выпью витамины, откуда я их возьму? Из супа или из картошки жареной? Я не знаю, откуда я возьму витамины, откуда мой организм возьмет все необходимое, если я ему этого не дам. Даже если я буду покупать эту рыбу красную, каждый день ее отваривать, но все равно нет в ней всего вот этого полноценного, то что должно быть. Я не сомневаюсь, потому что эффект вижу по себе, какой он классный. Вот Wellness весь показала, разрезанный тюбик, облепиховый крем, ну настолько крутой этот крем. Я не знаю, если вы еще не пробовали, то может быть вы еще успеете его попробовать, потому что насколько я знаю, его снимают с производства, это была такая серия ограниченного количества. Я в распродаже успела себе 3 тюбика заказать, потом узнаю, что его снимают с производства, и решаю, что эти все 3 тюбика я оставлю себе, потому что очень вкусный крем и приятный по текстуре. Я люблю, когда крем нанесла, он сразу впитался, а на ночь я люблю жирненьким кремом прям намазать, таком как маску. Мне маска спа очень понравилась, сейчас ей пользуюсь, или жирный крем с миндалем мне очень нравится. А днем я много-много раз днем пользуюсь кремами, потому что постоянно то в воде чуть-чуть повозилась, то что-то поделала, и кожа у меня очень быстро сохнет, кожа тоненькая в принципе, я все тело все время мажу кремами. И вот оно доказательство, сейчас вот одна банка и вот тут еще одна. Но мы пользуемся вдвоем с дочкой. Ой, не могу достать, потом покажу. То есть это второй крем, который мы использовали с черникой, и я планировала себе еще оставить несколько наборов, но не успела. У меня пришла подруга и все наборы у меня просто забрала и сказала: закажешь себе еще, а они уже на складе кончились. Вот закончили мы вот этот крем, вторая банка у нас уже ушла. Вкусный, невероятно, кожа после него такая гладенькая, мягкая, он чудесный. Если вот по качеству говорить, о качестве, то вот крема каштан с кокосовой водой и вот этот, они по текстуре похожи. То есть если вы какой-то знаете, то вы будете понимать, что этот очень такой же по текстуре классный, такой ласковый крем. Крем для лица закончился, дневной экологен, я его просто обожаю. У меня был опыт такой летом, вернее не летом, это было в сентябре, я уезжала в Сочи и не взяла с собой крем. То
То есть я не взяла в принципе серию Novage, потому что очень баночки тяжелые, и я взяла себе, купила маленькие тюбики Optimals, такие рыженькие, там гель-скраб очищающий и гель, а на ночь я взяла капсулы. Вот за эти 10 дней моя кожа просто сказала: охренеть, дайте мне коллаген. То есть настолько сразу как-то проступили мелкие, мимика, сухость, как-то тон совсем по-другому ложился, то есть тон, ну, как бы топорщился. Я просто говорю: нет, теперь даже в долгие путешествия, даже не в долгие, я все равно буду брать с собой коллаген, пусть лучше будет тяжело, но зато будет мне хорошо. Так, закончились два маслица чайного дерева, один даже старая упаковка, один новой упаковки. Откуда у нас уходит масло? Мне кажется, каждый раз, когда снимаем пустые баночки, то хотя бы один флакончик оказывается пустой. Вы скажете: вы что, его пьете? Нет, не пьем, но это средство нам очень здорово помогает все время: ранки, порезы, ожоги, прыщики, вот все что угодно. Я могу его добавлять и в шампунь, чтобы вот кожу головы как бы укрепить, и если там, ну, как перхоть, у кого тоже рекомендуется чайное дерево добавлять. Дочка активно прижигает вот все прыщики, которые возникают. За счет этого у нее все время чистая кожа, потому что она все время ухаживает, следит. То есть только чуть-чуть появляется, она сразу, ну, применяет масло чайного дерева. Так что один кусочек мыла, такой вот как со вкусом с шампанского, Париж, очень вкусное мыло. Я еще взяла такой гель для душа и еще несколько кусочков этого мыла. Мне просто нравится это мыльце за счет того, что оно такой плотный кусочек, такой хороший, и он не сушит кожу. Мы постоянно мыло берем, Oriflame, очень нравится. Закончился аромат. Кстати, ароматы у меня очень редко заканчиваются до конца. А этот аромат, как же он правильно читается? One the Edge, не помню, как правильно прочитать. Он сладенький, ну, сладкий, знаете какой? Бодрый. То есть не тяжелый сладкий, а сладкий такой вдохновляющий, легкий, сладкий, как будто здесь какие-то фрукты, цветы вкусные, такая прям вот, ну, фантастическая смесь. У меня в основном этим ароматом пользовалась Лера, дочка. То есть когда она его распробовала, она его совсем к себе в комнату забрала, и я только нюхала, как от нее пахнет. Обалденный, легкий, приятный аромат, и с удовольствием бы его повторила. Но смотрю вперед, каталоги, столько выходит новинок, что даже не успеваешь любимые ароматы повторить хотя бы еще разик. Так, что здесь еще? Закончилось смягчающее средство. Вы такое, может быть, и не застали, с вишенкой. Оно было, наверное, год два назад. Я взяла несколько упаковочек и никому его даже не продавала, только для себя, потому что очень люблю вкус вишни, и смягчающее средство тоже у меня каждый день используется, абсолютно каждый день. Это кутикула, локти, губы помазать, пятки на ночь всегда мажу, ну не всегда, но стараюсь. Там, через какое-то время, несколько дней, я не кремом мажу, а смягчающим средством, чтобы пяточки были еще более такие мягкие и гладкие. Так, что здесь у нас для волос? Шампунь. Это у нас серия восстанавливающий шампунь. Кстати, вот я его очень люблю, потому что волосы сухие, а он их хорошо напитывает. Вот сегодня я им пользовалась. Первый раз я таким помыла голову, а потом Элио. То есть я один раз мою одним шампунем, потом другим, на свой вкус выбираю, вот что захочу, но не повторяюсь. То есть редко бывает, что я за одну помывку одним и тем же шампунем помою голову. Нет, я одним, потом другим делаю, не знаю почему, мне так нравится. Два бальзамчика для волос медовых закончилось. Бальзамы у нас просто летят. Еще смотрите, еще и маска для волос. То есть представляете, да, какие у нас масштабы? Волосы у дочки вообще длиннющие, уже до попы выросли, мне кажется. У меня тоже длинные, и у Миши длинные. Все сейчас пользуемся бальзамами, масками, ухаживаем. Ну, волосы — это, конечно, украшение, поэтому если уж дано от природы, то грех не ухаживать. А если не дано, то надо максимально прилагать усилия, чтобы восстановить, включить волосы, чтобы они стали, как сказать, ну, активизировать их, то есть вот такие вот витамины пить, такие, это все это влияет в лучшую сторону. Волосы, даже если вы ими недовольны,
они будут улучшаться, волос станет более плотный, блестящий, такой вот, ну, сияющий. Так что все в ваших руках. Закончилось масло Swedish Spa. Слушайте, ой, тут даже немножко осталось, почему мы его уже выкинули, странно. А масло было так долго, мне кажется, оно уже всем надоело, уже, наверное, эту коллекцию старую спа мало кто помнит, по-моему, ее в прошлом году совсем сняли с производства. Но масло классное, но у него такой маленький расход, мы его и в ванну лили. Я всегда маникюр, педикюр делаю, я замачиваюсь этим маслом, оно бесконечно, и волосы мазали. Просто думаешь, уже как бы быстрее бы закончилось, купить новое, потому что выходят постоянно новинки. И мы, конечно, покупаем новое, потому что для массажа мы использовали последний вот год, это только из серии Love Potion сиреневое масло. Для волос у нас стоит авокадо, тоже там уже прям заканчивается, то есть нет такого, что одно масло, все равно хочется пробовать новое. И даже если стоит масло открытое и вышло новое в Oriflame, все равно я его покупаю, открываю, потому что, ну, невозможно отказать себе в таком удовольствии попробовать новинку. Это тоник, ну, обновленная серия Love Nature, и тоник органический овес и ягоды годжи. Аромат бесподобный у серии, очень вкусный. По поводу качества тоника я ничего, это мицеллярная вода, это не тоник, мицеллярная вода, я не могу сказать, потому что пользовалась им только дочка. Я один раз попробовала снять макияж с глаз, ну, как обычно у меня макияж с глаз ничего не снимает, кроме средства для снятия водостойкой косметики, хотя у меня макияж не водостойкий, но у меня мицеллярная вода не снимает до конца иначе, я не знаю как, может, я неправильно пользуюсь, но у меня ничего не получается. Поэтому дочке понравилось, но по свое личное ощущение не могу сказать, я мало пользуюсь мицеллярными водами. Вот мое любимое средство, тоже закончился флакончик. Я заметила, что практически каждый месяц, где-то на месяц, на полтора мне хватает вот этой баночки, может, чуть больше, ну, максимум на два месяца. Но я им очень довольна, то есть это двухфазное средство для снятия водостойкой косметики, очень мне нравится, снимает мгновенно, любой макияж растворяет. А это наш старичок, у меня еще его напарник тоник еще чуть-чуть не закончился. Откуда он у меня взялся? У меня в офисе стоит комплексный уход, и я там провожу мастер-классы. И когда вышла новая серия Wrinkle Power Экологен, я, ну и вообще обновили в каждой серии, ввели вместо геля и тоника, ввели одно средство гель-тоник. И мы все пользовались этим, потом думаю, надо уже переходить на новинку. И я в офис купила новое средство, а эти забрала домой и вот использовала их. Но знаете, я что могу сказать, когда привыкаешь уже вот к одному средству гель-тоник, уже было тяжко, что надо сначала умыться, потом взять ватный диск, нанести тоник, протереть лицо. Честно, уже начинаешь ценить, насколько это круто экономит время. Пусть это там 2 минуты кажется ерунда какая, но на самом деле даже 2 минуты тоже, не хочется торчать в ванной, да, заниматься этим, хочется все побыстрее, быстро, эффективно, и чтобы было классно и комфортно. Так, это что у нас? Жидкое мыло, крем-мыло для рук Love & Care, серия с миндалем. Мне очень нравится эта серия, вот просто вот, ну, она настолько приятная, от нее такие волшебные ощущения, и мне вот в ней нравится все. Я люблю эту упаковку, такой чистый белый молочный цвет, такой вот все, ну, не знаю, так все изысканно, деликатненько, ничего лишнего. Хотя, вы знаете, я люблю упаковки навороченные, когда там все так вау, но это вот выделяется какой-то своей необыкновенной чистотой и лаконичностью. Это по поводу упаковки. Ну, начинка внутри просто бомбическая. Тут крем-мыло, и моешь ручки. Оно такое, мягкая пенка обволакивает руки. Такой аромат чудесный, легкий, миндальный. Я люблю миндаль. Если вы не любите, конечно, у вас не будет такого впечатления. А мне просто еще нравится. И кожа мягенькая после него, уже кремом не тянет мазаться так быстрее, учитывая, что у меня очень сухая кожа на руках, и мне не хотелось бегом бежать мазаться кремом, то есть это уже очень хороший показатель.
Так, закончился сухой шампунь. Я им пользовалась одна, я его спрятала к себе в ящик, чтобы никто не брал, потому что там еще зеленый стоит. Зеленый я запах не могу переносить, он для меня просто отвратительный. А этот вкусный. Вкусный, и мне очень нравится эффект. То есть, когда, например, на третий день волосы уже не такие объемные, и ну все равно как-то вот не очень свежо, но голову мыть еще не хочется, хотя бы, ну, я через 3 дня голову мою на 4-й день, то я на 3-й день освежаю этим спреем, так набрызгиваю на корни, взбиваю, расчесываю, и они сразу такие, как будто я их помыла. Объемные, чистые, и еще целый день я могу с ними ходить, поэтому такой обязательно, повторю, шампунь зеленый никогда больше брать не буду, потому что запах у него невкусный. А кому-то нравится, вы как бы, я понимаю, что то, что нравится мне, может вам не нравится, или наоборот, это нормально, потому что мы все разные, и у нас разные, ну как сказать, мы разные ощущения. Это нормально. Закончилась маска, тоже она так долго у меня была, вот она мне, конечно, понравилась. Это маска с ягодами серии Optimals, но я ее не повторю больше, потому что я не люблю маски в банках. Для меня это самый неудобный вариант, когда надо открыть банку, залезть туда лопаточкой. Вот это все мне так некомфортно, что я теперь только в тюбиках буду масочки брать. Но маска сама по себе очень хорошая, она питательная, она и пахнет приятно, легенький такой аромат. Нет, ягодами так прям не пахнет на всю квартиру, нет, легенький аромат приятный, все деликатно, она питает кожу, я прям ее наносила везде, на шею, все замечательно, но не повторю, потому что неудобно пользоваться. Закончился очередной маленький волшебник, который стирает все морщинки, убирает отеки и делает мою кожу вокруг глаз такой вот молодой и свежей. Это Экологен серия Wrinkle Power, новинка, это с дозатором. Предыдущая серия Экологен была с роликовым таким вот, с металлическим роликом, его заменили теперь с дозатором, и я все сопротивлялась, думаю, зачем они это сделали. На самом деле этот крем лучше, эффективнее, чем прошлый, и конечно я его уже не первый тюбик заканчиваю, буду продолжать им пользоваться, потому что он реально волшебник. Кстати, я себе заказала крем сейчас из серии Королевский бархат, но еще не начала пользоваться, но для разнообразия решила попробовать, какой будет эффект. Так, и та баночка, которую я не смогла достать, это крем как раз вот с кокосовой водой, кокосовый аромат тоже закончился, тоже мне он очень нравится, у него такой приятный запах, я просто кокос обожаю, вот когда я вижу, выходит новинка с кокосом, я даже ценник не смотрю, я знаю, что все равно закажу, потому что кокос я очень люблю. Вот два крема для тела, они одного объема и примерно одного качества. И последний товарищ в нашем списке — это тушь с эффектом накладных ресниц, тоже это закончилось, и я взяла себе точно такую же тушь сейчас, вот у нее такая кисточка силиконовая, я взяла опять такую же тушь, она мне очень нравится, я привыкла к этой кисточке, она мне очень хорошо укладывает ресницы, утолщает и удлиняет и расчесывает их, то есть у меня к этой туши только положительные отзывы. Вот я люблю ее и люблю тушь 5 в 1. В следующем каталоге, кстати, будет 5 в 1 с огромной скидкой, будем тоже пополнять запасы. Вот тушь крутая, всем рекомендую. У меня в этом каталоге, когда она вот со скидкой шла сейчас, я не помню, 25 туш или 30, ну что-то я их прям заказывала пачками, они тут же все уходили мгновенно, очень много тушей ушло, и в основном все были повторные заказы, то есть буквально 2-3 человека, которые первый раз взяли ее попробовать, и отзывы тоже у них уже хорошие, они говорят, да, тушь классная, очень понравилась, все, можно брать. А так в основном повторные заказы. А когда у меня идут повторные заказы, о чем это говорит? Людям понравилось, значит, точно можно предлагать всем остальным. Вот, на этом наш обзор с вами закончен. Спасибо вам за внимание. Мне интересно, сколько вы расходуете, если вы ведете свою статистику. Напишите в комментариях, сколько вы тратите средств в количестве или в баллах, сколько у вас уходит продуктов в сумме, посчитайте. Это очень интересно. И не просто интересно, вот из любопытства, а это интересно в том плане, что вы поймете, что если вы расходуете средства, здесь же нет ничего такого вот, что можно было сказать излишество, ну можно было бы вот это, например, да, убрать, сказать, ну без этого бы ты точно могла жить, ну как бы баловство, но на самом деле я
я бы все равно взяла. Остальное все это нужное можно сухой шампунь убрать, но тогда бы шампунь расходовался больше другой. Здесь нет излишеств каких-то, которые бы можно было не брать, согласитесь? То здесь все нужное, все вот чем тушь подкрасится. Как вы видите, декоративной косметики очень надолго хватает. У меня в обзорах практически никогда нет теней, румян, пудры, очень редко, потому что возьмешь один раз палеточку, ее хватает на год-два, там, я не знаю, надолго. В основном все время идут продукты одни и те же: умыться, привести лицо в порядок, волосы, тело, все. Если вы вот это прочувствуете и поймете, что если вы столько тратите, то наверняка и ваши соседи столько же тратят, и ваши родственники, ваши друзья, тогда напрашивается вопрос: а где они берут продукцию? В магазине? У другого консультанта? Почему не у вас? То есть если вы проведете анализ, вот такую вот глубокую работу, то вы поймете, что делать 150, 500 баллов, 1000 баллов вообще не сложно, было бы желание и действие. Вот моя вам рекомендация. Спасибо за внимание, всем удачи, до новых встреч. С вами была Лилия Донскова, пока-пока.